Георгий Яхонтов – ученик 7 класса. Он сравнительно недавно увлекся стендовым моделизмом, но уже добился определенных успехов. В новом выставочном пространстве среди огромного количества разных миниатюр есть его любимый танк КВ-2. Меня увлекает этот процесс, потому что это очень кропотливая работа. Она занимает довольно много времени, и мне нравится сам процесс сборки маленьких моделей. Андрей Ткачук, руководитель историко-патриотического клуба «Генерал», на протяжении последних лет активно вовлекает ребят в искусство работы с миниатюрой. Открытие выставки стендового моделизма позволит популяризировать это направление среди молодежи. Основная задача, которую мы перед собой ставим, это вот для школы, в которой учатся 900 человек, и плюс их родители, показать самые разные грани этого хобби. И на выставке присутствует и Первая мировая, и Великая Отечественная, и будущее далекое, и очень далекое, и техника, и солдаты, и самолеты, и подводные лодки, и корабли. Все грани мы стараемся охватить. И есть шанс, что ребята, которые увидят что-то, что их там затронет, захотят этим заняться, ну, например, сделать такую миниатюру или в такое поиграть, потому что здесь есть и игровые миниатюры. Работа с миниатюрами – это кропотливый процесс, который неразрывно связан с изучением истории. В каждую модель участники вложили частичку своей души. Возможно, кто-то из этих ребят в будущем станет конструктором или архитектором. Это покажет время. А пока они совершенствуют свои навыки в стендовом моделизме. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».